Добрый день! Вы находитесь на канале Народные Советы. Сегодня я собираюсь рассказать о том, как лечить туберкулез легких средствами народной медицины. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Так вы улучшите свои знания о народной медицине. А еще вы можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. На моем канале уже выходил ролик на эту тему, и сейчас он всплывет в правом верхнем углу. Также я выпускал видео, касающееся целебной диеты, рекомендуемой при туберкулезе. Начальная симптоматика этого заболевания типична для обычной простуды, что нередко приводит к запущенному состоянию. Поэтому при первых признаках рекомендуется посетить доктора и пройти обследование, чтобы в дальнейшем избежать прогрессирующего развития болезни. А сейчас представляю вашему вниманию несколько рецептов, которые могут помочь. Взять 100 грамм меда, 100 грамм свежего коровьего масла, 100 грамм гусиного жира, 100 грамм какао, 15 грамм сока алоэ, все это смешать, нагреть до начала кипения. Применять по 1 столовой ложке смеси, растворенной в стакане горячего чая по 2 раза в день, утром и вечером. Очень эффективными при лечении туберкулеза легких считаются народные средства с чесноком. Применяются такие рецепты для разных форм и стадий заболевания, правда, только для взрослых. Рекомендуется больному каждые 2 часа съедать по 1 чесночному зубчику. Также можно лечиться, применяя следующие составы. Измельченные 4 зубчика, небольших по величине, хорошо перемешать в 1,5 столовых ложках сахара. Держать на среднем огне до желтого цвета. После снятия перемешивать до полного остывания. Съедать по утрам и вечерам свежеприготовленную смесь. Измельченный чеснок залить водой. Томить на слабом огне 20 минут. Дышать парами этой смеси 15 минут перед сном. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!